Привет-привет, с вами Китти Кейт. И сегодня мы поиграем в наших любимых собачек. Ой, смотри, как они выросли. И что? Подарочки тут? Да тут по всему периметру подарочки. Давай-ка их откроем, но сначала дадим вырасти нашему щеночку. Ой, ты что такой грустный? Ты же вырос, стал взрослым, красивым песиком. Странно. Может быть, тебе это поможет? Интересно, ему это поможет? О, кстати, можно на полочке стать. Ничего себе. Ты что такой грустный? И ты грустный. Вы что все такие грустные? Пойдем проследим, что здесь происходит. Куда ты побежал? О, еще подарки? Ничего себе, посмотрите, сколько подарочков. Вот это да, сейчас отыграемся. Опаньки. Подождите-ка, с подарками. Это что такое у нас здесь светится? О, это же девчонки писали. Там домик для котиков. Давай скорее зайдем и посмотрим, что там интересного. Кстати, пиши в комментариях обязательно, кого ты больше любишь, котиков или песиков? Очень интересно. А я пока посмотрю, что здесь за домик. Какой-то он пустой. Это что у нас, первый котеночек? Так. Кажется, я за котиков буду голосовать. Потому что посмотри, какой он милый. Ну и, конечно, котики. Такие милые котики. Ой, он сосочку положил, чтобы покушать, попить водички. Это так милашно. А может, он и покушать хочет? Давай посмотрим, будет ли он здесь кушать. И, кстати, я могу, по-моему, купить еще... Что, почему? Подождите. Что происходит? А, это, наверное, спальня. Точно, вот это лежаночка для котят. Мне кажется, котята определенно должны победить. Что, ты сразу спать захотел? Ну вот, я только хотела с тобой поиграть. Ты такой мимишный, что я даже не знаю, как и быть. А там что светится? Божечки ты мой! А нет, это то же самое и светится. Не... А... Чего? Это как вообще произошло? Только что же ничего не было. Ладно. О, и котик вырос. Ты что так быстро растешь? Я вообще-то хотела с тобой играть и веселиться. А ты взял и вырос за одну секунду. Да ладно, я не ругаюсь. Пойдем, накормлю тебя. Там у тебя еда какая-то есть, правда сухая. Мне кажется, котики не очень любят такую еду. Ну, хотя не знаю. Но я бы не стала на месте котиков такую еду есть. Я бы лучше рыбку съела или мяско. Или что-нибудь такое вкусненькое, хорошенькое. Ладно, давай откроем и посмотрим, что... Что? Компьютерные игры для котиков? А что, котики у нас в компьютерные игры играют? Ну как, котейка, рассказывай, ты что, в компьютерные игры играешь? Хм, какой-то он подозрительно хитрый. Ладно, там еще какие-то две посылочки. Здесь ванна и... Это что, туалет? В форме котика? Чего? Это странненько. Ладно, давай посмотрим, что здесь еще. О, ничего себе, смотрите, у нас здесь можно целую кучу котят купить. Жалко, что они долго будут расти. Я предлагаю купить дорогих котиков и посмотреть... Чем они еще тут промышляют? Мне пока домик у котиков прям очень нравится. И котята милашные, мимишные. Опа, смотрите, в ванну запрыгнул. Ничего, а ты что, любишь купаться, что ли? Я думала, котята боятся воды, если честно. Хотя, пишите, может быть, у вас дома котики тоже не боятся воды? Интересно, конечно. А туалетик как? Ага, ясненько. Чем-то тут запахло. Давай-ка там закопай все получше. Ладно, давай посмотрим, что здесь за мини-игры. Я надеюсь, что-нибудь интересное. Что? Что, простите? Блендер? Хомяк? Что? Что, простите? Что происходит? Я так понимаю, что надо сделать из чего-то... Что-то из чего-то сделать... Что? Что происходит? Я не понимать. А, все, я понимать. Ё-моё, я все миссии истратила. Это надо было всего лишь вернуть свой фрукт. Все понятно, это я сок делаю, оказывается. А я-то думала, а оно оказывается, да, как всегда. Интересно, что в подарке... О, вещички для котеек. Так, у меня, походу, сегодня самый счастливый день. Давай посмотрим во второй игре, какие тут непонятные вещи. Ну ладно, и что? А, здесь стрелять надо. Все, поняла. Опаньки, подожди. Я такие игры, если честно, не очень люблю. У меня в них не получается играть абсолютно. Потому что я начинаю проигрывать. Бошеньки, макрошеньки. Ладно, сейчас что-нибудь сделаем. Ой-ой-ой-ой, ёшеньки, я же говорю.
Давай попробуем вот так сделать. И, может быть, яблочки, яблочки, пожалуйста, добейтесь. Есть. Фух. У меня получилось, но, если честно, я не очень люблю играть в такие игры, потому что обычно у меня не очень получается в них играть. Я обычно начинаю промазывать. В этом плане у песиков, конечно, были игры поинтереснее. Но мне, по крайней мере, в них проще было играть и проходить. Хотя проще не значит интереснее, согласна, согласна. Так, и что у нас? А, ничего себе, я прям проич как будто бы. Интересно, дадут ли нам еще... Ой, не дали подарок, очень жалко. Ну да ладно, сейчас я уверена, что дадут. Подождите, 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 сейчас посмотрим. Я думаю, что мы заслуживаем какой-нибудь хотя бы супер-мини-приз. Так, и, пожалуйста, еще ускочи. О, я прям реально проич. Я прям чувствую себя... А, нет, не проич, не проич, вовсе. Беру свои слова обратно. Вообще, я забираю слова полностью просто. Так, и как мне тут теперь апельсины-то мне тоже надо взять ведь? О, апельсин. Да, что ж ты будешь делать-то? Не долетел, недолет, перелет. И что, и что, и что, и что дальше? Опаньки, и что происходит? Боже мой, ладно. Мне один апельсин, и я тут выиграю что-нибудь. Сейчас обязательно выиграю. Посмотрим, что мне попадется. Очень интересно получить какие-нибудь призы, подарочки для котеек. Кстати, интересно, кто у нас будет в следующем разе? В следующий раз вот эти вот котята очень... О, это черненький, этот беленький. Кстати, а каких котиков ты любишь? Ну, хотя если собачек любишь, то можешь про собачек писать. Но вот сейчас мне интересно про котиков. Какие? Я вот люблю очень беленьких и рыженьких или трехцветных каких-нибудь. Я предлагаю пока сделать еще один коктейльчик. Посмотрим, что там этот енот замалышляет. Так-так-так, и что там он у нас стырил? Он стырил что-то зелененькое и вкусненькое. Вот это он стырил, я все видела вообще-то. Нечего тут устраивать раскардаш. Бардаш. Так, сейчас посмотрим. Яблоко. Ясно. Тут главное быть внимательным. И если... Фу, тухлячок какой-то еще у него тут хранится. Походу, он хотел нам испортить коктейльчик. И подсунуть нам тухлое мясцо. Но так не выйдет. Это ж мы-то такое не пойдем. О, слушайте, а давайте-ка еще один приз. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Так, будь внимательна, будь внимательна. И что же, что же, что же? Это же какой-то глаз дракона. О, смотри, они здесь разные еще есть. Хитро придумано, хитро. Это что, он хотел, чтобы я запуталась? Но меня ведь так просто не запутать. Наверное, рыбку сейчас стырит. Нет. А, что? Что, простите? В смысле он две штуки стырил? Да, это ни в какие ворота не вписывается. Но я-то внимательно. Так, кстати, мне очень захотелось посмотреть, что было у песиков все-таки в подарках. Там же еще целая куча подарков была. Надо бы сходить поглазеть. О, яйцо динозавра? Чего? Ой, хотя коктейль с яйцом динозавра, это, конечно, странно. Но почему бы нет? Интересно, какой коктейль у нас получится? Какой-то синий? Фу. Мне кажется, это не очень вкусно. Но зато у нас есть подарочек. И он большой. О, котеек! Ты наверняка хочешь поиграть. Так, он, кажется, не хочет поиграть, он хочет поесть. Ладно, для котика еще Ефиме придумывать. Ой, сложно. Кстатеньки, я заработала деньжат и могу купить еще одно. И еще одно, в общем. У меня аж... Я аж отчасти меня распирает, если честно. Это что мне, все котики будут? Ладно, так, ты пока, котик, оставайся здесь, а я схожу к песикам и посмотрю, какие у них подарки. Подарки-то не открыто. И что же здесь такое? Звездочка. Ой, что-то у меня все спать есть хотят. Да, как всегда, только от них уйдешь, они сразу что-нибудь хотят. Так, а здесь что? О, ничего себе, сколько фонариков и картинок каких-то мимишных. Это реально мило и красиво. Интересно, а есть там еще, еще какие-нибудь подарочки? Опаньки. Вот что-то грустный был. Ты что сразу-то не сказал? Эти тут сосиску нашла. Будешь сосиску играть? Не хочет. Конечно, не хочет. Такой грязюка. Надо бы помыться. Сейчас я тебя отмою. Подожди, чуток. И отмою, да. Давай, отмывайся. Ой, как классно. И ванна классно. И вообще все классно. Мне эта игра прям очень нравится. И очень интересно. Так, это что такое вообще? Я могу переставлять? Это понятно. А, и ты куда побежал? Ну, ладно, ребят. На сегодня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, если вы любите играть
в игры про котиков и про песиков и про всяких других каких-нибудь питомцев. Обязательно пишите это в комментариях. Всем пока-пока и не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые крутые видосики.